Знаменитый коктейль «Негрони» отмечает столетний юбилей. По этому случаю по всему миру более 10 тысяч заведений в конце июня проводят акцию «Неделя Негрони», в рамках которой часть средств от продажи коктейля и его вариации отдается на благотворительность. Гаррис – один из старейших баров на Уолл-стрит и участник акции, подает вместе с классическим «Негрони», куда входят в равных пропорциях джин, сладкий красный вермут и горький ликер кампари, коктейль «Бульвардье», где джин заменен виски, а также «Лоурайдер» с добавлением клюквенного сока. Руководство бара говорит, что в моду снова входят классические коктейли. Последние 4-5 лет мы заметили резкий всплеск интереса к классическим напиткам. Поэтому Негрони идеально подходит для заведений на Уолл-стрит, такого как Гаррис. По мнению известного знатока коктейлей Дэвида Вондрича, Негрони стал настоящей звездой Нью-Йорка. Несмотря на то, что существует несколько версий его создания, основная датирована 1919 годом. Считается, что изобрел коктейль флорентийский граф Камилла Негрони, попросив бармена сделать его любимый коктейль американо более крепким, заменив в составе содовую на джин, а также украсить его долькой апельсина, чтобы не спутать с американо. Он был ковбоем в Монтане и Альберте в Канаде, а также картежником и инструктором по фехтованию в Нью-Йорке многие годы. Он был довольно активный, возможно, приобрел некоторые американские привычки. Он захотел, чтобы этот напиток стал немного крепче. Жители Нью-Йорка не забыли графа Негрони. 100 лет спустя они с новой силой воспылали любовью к его детищу.